9-летний мальчик спрыгнул с балкона 7-го этажа, спасаясь от огня. Пожар произошел накануне вечером. Ребенка спасли прохожие. Кирилл Терентьев и Вадим Половкин забрались на крышу пристроенного к дому магазина. Там молодые люди растянули одеяло, которое вынесли жильцы 2-го этажа, Роман и Галина Куликовы. Потом парню сказали, прыгай, потому что вариантов не было. Прыгнул. Сначала шок был, потому что не каждый день такое видишь. Парень закатил глаза. Ну, потом через там, секунд 5-7 пришел в себя, спросили, естественно, есть кто дома или нет. Он сказал, что нет. Ну, собственно, после этого тащили его в сторону, стекла начали лететь. И далее ждали уже МЧСников. Мэр Томска Иван Клянин пообещал наградить спасателей званием «Томич года». В Главном управлении МЧС по Томской области поясняют, что очаг пожара был на балконе. Огонь оплавил пластиковые окна, а в комнате закоптились стены, потолок и обгорели вещи. Ребенок серьезно не пострадал. Сегодня он находится в больнице, но уже в ближайшее время вернется домой. Дознавателями были опрошены родители ребенка. Он на момент пожара в доме находился один. По их словам, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем ребенка, у которого в руках оказалась зажигалка, и он баловался зажигалкой на балконе.